Всем добрый день. Сегодня я хочу вот сыграть с компьютером с Гудини. Я знаю, что шансов у меня вообще никаких нет. Ну, просто так, для развлечений, для фана. Я думаю сыграть несколько партий. Если я хотя бы пол очка возьму в 10 партиях, я буду доволен. Ну, я, конечно, их не возьму, но... Так, я поставил сложность компьютера 3 секунды на ход, то есть за 3 секунды компьютер должен сделать какой-то ход. У меня время не ограничено, но я не собираюсь там по 2 часа над ходом думать, поэтому это видео не затянется. Итак, ну и давайте начнем. Давайте я D4 пойду. Раз, два, три. О, да, вот за 3 секунды сделал ход. Насчет дебютных книг я не уверен, я не помню, подключил я или нет. Вроде подключил. Поэтому должен адекватные дебютные ходы делать. Ну да, вот ферзевый гамбит, ну взял. Почему бы не взять? Конь c3, слон g5. Ну это пока по книжкам все. Так, здесь сперва ферзь c2 ходит. Не e3, чтобы слон на g4 не выскочил. И не связал коня. Так. Так это мы уберем, чтоб не отвлекала оценка. Ну, слон d3. Ушел. Довольно-таки такая спокойная позиция. Пока я ничего такого зевнуть не должен. Ферзь c7. Наш 2 давит. Потихонечку так. Хочет же. Давайте избавимся от слона его. Мне главное ничего не зевать. Спокойно играть. Может, e4. e4 взял. 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 Пешка изолированная, да. Или стандартный план атаки пешечного меньшинства. Ладья b1, b4, b5. Давайте так попробуем. c5. Черт, об этом я не подумал. Взял. Взял, напал на слона. Если я потом как-нибудь... Так, 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 так. Взял, взял. И слон f5 может. Давайте. Меняемся. Вот так вот. Конь d4, чтобы нигде сам d4 мне не вставил. То это будет не очень приятно. Вот теперь b4, как я хотел, не очень хорошо, потому что линия c занята этим. Гудини. Давайте я ладью вот сюда. И... И валим. Просто валим из-под связки. Так, 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 так. Видимо, кроме конь d1 у меня ничего и нету. Обязан бить. Пока держусь. Сделано сколько ходов? 21 ход. Ну, вернулся обратно. Надо коня вытаскивать. Надо вытаскивать коня. Может, b3. Конь b2, конь d3. Он еще конь e4 на c3 полезет. Падла. Так. Пешка на d5 слабая. Может, как-то на нее давить.
Не, батарея мне не нравится. А что если на размен ферзей? А потом обратно на d4. А-а-а! Лезет. Ну ладно. Вторую линию защитили, чтобы ладья на c2 не влезла. Так. Давит. Падла, давит. Конями он, конечно, тут встал. И короля не выпускает. Король f1, конь d2, я без ладьи. А что делать? f3 не сыграть, пешка висит. Да. Где-то я что-то уже сделал не то. Где-то что-то не то. А если конь f5? Нет. Я не вижу смысла. Бу-бу-бу. И опять конь d2 грозит, кстати. Угу. Если сейчас b3. Так, конь b2, конь b2, ладья b2, ладья c1, король, и он съел на f2. Тяжело. Очень тяжело. Ничего не дает делать. Ладья один, чтобы король f1 сыграть, может. Давайте. Так, ну у меня выбора нет. Опять не выпускает моего короля. А если конь c6? Ну, у меня на 2 висит. Поэтому... У меня ничего другого и нету. Угу. Взял на опять король d7. И я обратно не могу конем, потому что понятно. Ясненько. С короля подвести. Или взять на опять. Взял. Вот как потом выбираться им оттуда. Или конь... Стоп. Конь b2. Конь a2. И я вышел конем на d3. Да, но он же сейчас возьмет, а потом еще и вилку мне вставит. И на b3 возьмет. Поэтому... Ой! Да. Об этом я забыл. Взял. Так. Чё тебе не нравится, блин? Нет. Конь b2.
А, вот так вот. Да понял я, что мат. Ну вот, на этом все. Всем спасибо. Видите, вот такой мат конями. Я даже не думал, что в Иншпиле тут мат возможен. Но, видимо, у меня уже было плохо. Где вот? Может, он сыграл G5, если... Да, уже по-любому мне мат. Ну, вот так первая партия у нас закончилась. Всем спасибо, до свидания.